красиво, конечно, чё. Хотя все равно не веришь, что это на самом деле. Вот это... Сейчас мы проснемся, и окажется, что мы дома на Васильевском, двор колодец. И ничего этого нету. Просто мы посмотрели фильм, и нам все это приснилось. Могу щипнуть, если кому надо. Да, классно. Один из самых счастливых дней в жизни. Ёлки-палки, я живу и не знал об этом-то. Я бы сюда ездил почаще. Такой заряд бодрости человеку дает. Да нет, просто все вполне. У вас с бомжами там все, а здесь-то нормально, мне кажется. Ну, здесь, да, ну, не знаю. Просто другой мир, другой параллельный вселенной. Я даже не знал, что у нас такой круто. Снег там идет вообще. Наверное, зря сразу на Таймс-сквер, это я совсем перебрал. Надо было медленно идти, но у меня нет шансов других. Нет, классно, классно. Слушай, так светло вообще. Я и привел поэтому сюда. Да, ISO 200 можно снимать. Ну, я на 1000 часов снимаю. Жалко, что снег не такой сильный. Зато лужи есть. Лужи. Двойное есть. Отражение у тебя. Лужи. Вот смотри, какое. Прелесть. Лужи, да, лужи за счет дизайна. Да. Лужи-то старая тема. Делать не буду. Немножко, конечно, снегопад, но побольше, побольше снега. Ты по лужам прям как тешишь, у тебя не промокает? Да, не знаю, может и промокает. А это чего? Тебя... Вон, смотри, как метел, он красный выделяется, смотри, как на черном. Горит. Красиво. Ну, такой пересвет. Поймать надо, они меняются, смотри. Тут, смотри, малиновый, повернулся, лужи, смотри, вот вниз, малиновые лужи. Да, да, да. Они просто сливаются. Сериндируются. Надо спросить главный вопрос, на какую камеру снимать репортаж? Ну, у меня пока нет такой камеры, которая мне нравилась. Снимаю, но все давно, что есть. Сказал человек, держа в руках G3S. Ну, это что? Мечта несбыточная для 99% фотографов. Я представляю, снаружи по-дурацки смотришь, но мне все равно интересно. Нормально смотришь для человека, который первый раз сюда попал, очень органично смотришь. А мы где ищем? Пойдем погреемся. Пойдем. Макдональд на второй этаж. Ничего. Ай. Первые ощущения уже все, других уже не будет. Не, ну все. Давай. Залезай. Конечно, надо ловить не один час, не один день. Вот так, о чем я и говорю, а ты собрался ходить весь день где-то непонятно. Тут можно снять. Да, даже не говорить. Ну это, знаешь, такая банальность, типа. Ну хоть что-то ты должен ответить. Ответь банальность. Это же уже вопрос настолько растиражированный, настолько частый, как бы, что... Ну, от тебя совет, от тебя, не пытайтесь, люди. Все равно, пытайтесь, люди. Спросите... Можно ли научиться увидеть момент? Да. Конечно, нет, я до сих пор не научился. Никогда. Окей, хорошо. Нет, я дальше сейчас пойду. А классы какие-то, тренинги, что-то с человеком можно сделать, чтобы он хотя бы приблизительно понял, в какое направление двигаться? Или вот просто он должен продать камеру? И груди, нет, разгружать цемент мешками. Конечно, лучше, что можно придумать, это дать пищу глазам хорошую. То есть, если у тебя будет хотя бы немножечко способности, вкусив эту пищу, она даст тебе, кстати, развитие твоему воображению, твоим идеям, твоей интуиции и, наконец, просто твоему азарту. Снимать больше, читать больше, смотреть фотографии больше, больше, молиться больше, камеры дорогие покупать. Нет, больше насыщать себя впечатлениями, потому что
всему сумму впечатлений. Чем больше впечатлений будет идти, тем больше у тебя будет расход новых твоих собственных. Мне кажется, так. Ну потому что, понимаешь, если ты вот смотришь, чтобы по находке своих приятелей, там, по фотосайту, то ты себе питаешь плохой пищей, там, грубо говоря, Макдональдс. Таким, в котором мы сейчас сидим. А если будешь смотреть какие-то вещи более... Ну какие, длинные, скажи? Если на Джоконду смотреть, научишься рисовать, ну скажи. По крайней мере, если ты будешь ходить хотя бы неделю по Эрмитажу, я не пройдет на тебя бесследно. Ну, к журнализму имеет отношение? Абсолютно. Ну, смотрюсь на Сурикова и пойду снимать бомжей. Ну, я специально задаю вопросы, чтобы хоть что-то из тебя вытянуть. Я понимаю, что имеет да. Отношение все, что с тобой происходит, все имеет отношение. Ведь ты весь сам, который вот есть, это ты как бы сформирован все, что произошло с тобой до этого момента. Ты прям мои тексты, я все люди, это, ну, в принципе, но другого и нет. Нет, я знаю. Но я именно из твоего рта хотел это услышать. Понимаешь, я вот смотрю на себя, это как бы и... Я вижу это, но я еще не в этой реальности, как я не могу туда сразу так прочувствовать. Ну, должно какое-то время пройти, какая-то... Я 12 лет, я тебе говорю, живу 12 лет, не могу прочувствовать. Это место еще специфическое, здесь туристы, вот смотри, в голове держи. Люди, кто находится, туристы, окружает их что? Реклама яркая. Да. Как эти две вещи по смыслу связать? Между ними ходят черные мусорщики в красных одеждах. Да. Полное безумие. Такое, что, знаешь, даже ничего не надо делать, оно уже безумие. Ну да, ну просто ты не можешь почувствовать какую-то гармонию, которая, несомненно, существует между всеми этими. Ну, о чем я говорю? У тебя, ты живешь, ну вот Питер, у тебя понятные какие-то слои. Люди, бабушки определенным доходом. Да не только бабушки, просто люди. Например, вот такой снегопад, самый частый посетитель улиц, соответственно, кадров, там, на которых это обязательно какая-то набережная реки. У тебя будут маршрутки, да. Лица, смотревшие безнадежно в окна, с протертыми окнами, что-то такое, да. Здесь сегодня нет. Слава старый набор штампов уже не работает, здесь надо его включать. Ну и хорошо, для чего голова-то? Питер, вам вообще горизонтальный город, а Нью-Йорк весь как... У меня все вопросы вылетели из головы. Мне интересно еще, знаешь, твое отношение к людям, которые снимают свадьбы. Я сам снимал свадьбу 7 лет. 7 лет свадьбу снимал? 2000-2007 постоянно снимал свадьбу. Изо дня в день, там, знаешь, по несколько в день даже было. По несколько в день? Это что за свадьбы такие? Слушай, ну у нас какая-то несколько другая ситуация была. Тут ты... Это роспись в ЗАГСе просто или... Нет, ты тут снимаешь свадьбу, ты снимаешь с ним целый день посвящаешь. Как бы, грубо говоря, от росписи до прогулки и там до торжества самого. А поскольку у нас люди были очень бедные в то время, ну, там, они не могли заказать многие полные циклы и заказывали короткий вариант, например, то регистрация. То есть ты одну снял и побежал на другое? Регистрация прогулка. День бывало 4 свадьбы вообще. Ты в ЗАГСе прямо находился? Я работал в фирме, которая была в ЗАГСе прямо. Ты наелся этим делом? Слушай, ну, у меня бывали дни, когда крышу сносило, когда вот уже под конец рабочего дня, когда у тебя 4-я свадьба, и ты с ним бегаешь, ты уже путаешь имена, говоришь одни и те же вещи, и обнаружишь, что люди смеются в одних и тех же местах. Я вот этого самого и боялся перейти на количество. Мне дошел просто. Я поэтому снимаю мало. Я когда начинал, снимал много, дешево и много. Ну, по-другому не выжить. И я себя на мысли ловил, что просто мне отвратительно это. Я уже начал искать другое занятие. Лучше меньше, потому что иначе это как бы, ну, ты деградируешь в плане отношений к людям. То есть они у тебя уже становятся... А когда же вот у тебя... Ну, просто люди, может быть, и хотят, вот, знаешь, бросить свадьбу и пойти снимать что-то другое. Но это у одного из 100 тысяч может получиться, потому что настолько... Узкая ниша, вот того, чем ты занимаешься, снять что-то и умудриться продать журналом или каким-то агентством куда-то. Это супервизение, ну, да, и талант. И со свадьбы перескочить на это я не знаю, что нужно. Удача или талант, или все вместе взятое.
Ну, ты знаешь, я сегодня всегда использовал как вспомогательную возможность потренироваться просто в репортажных тарахах. Меня всегда интересовало все, что происходит вокруг свадьбы. Сама свадьба для меня была только лишь отправной точкой. Может быть, это и плохо, потому что это лишало меня необходимой концентрации именно на этих людях. Они для меня были катализатором окружающего. А они где-то остались? Посмотрите, или они... Есть в интернете где-то? В основном там всякие стебалы, жесткачи всякие приколы, там, знаешь, вот такого плана. Ну, то есть ссылка полнейшая. Нет, это ты на выбирал оттуда там. Да, нет, а если просто посмотреть, вот что ты там. Ну, типа, жесть. Так, да. Ну, вот, встали, поцеловались. Ну такая хрень. Да, это неинтересно. Я даже не сохранился. Просто вот именно когда ты закончил этим заниматься, именно в эти годы, в 2007, 2008, 2009, изменилось немного направление этой свадебной съемки. Ну, ты, я не знаю, замечал. Оно конечно перешло в какой-то такой микс. Другой, да, микс, какие-то пошли тилт-шифты, моменты пошли, люди на другой упор стали делать. Раньше был реально примитив, то есть, ты помнишь, ты там занимался в начале 2000-х, когда был примитивизм, да нельзя просто, это правило. И Лютов отдыхал большим аппетитом, потому что ему и нового ему больше не надо. Ну что, пойдем? Идем. Надо спросить, знаешь как, вот вживьем, вот ты снимаешь, что ты хочешь поймать? Слушай, вот сейчас, в данный момент, вот смотри, вот, чтобы люди хоть что-то поняли, вот смотри, вот что ты перед глазами у нас. Да я не знаю, я чисто просто как бы так пробую наобум, понимаешь, как бы. Понимаю, все прекрасно понимаю, я все прекрасно понимаю, вот эти люди там не понимают. Ребята, если бы я знал, как не делать плохие снимки, я бы их не делал. Но на самом деле 99,9999 только плохие. Поэтому я ничего вам хорошего не скажу, извините. А если что-нибудь скажу, это но будет... самое главное дело не в этой штуке. Не абсолютно. Абсолютно. Она и вообще ничего не значит. Жалко, нельзя мой нацепить тебе. Да, мне ширик не хватает, конечно. Я не знал, что так светло. Я взял, потому что... Но хочешь, сунь карточку свою и снимай. Ну, слушай, я буду очень признательный. Зачем? Самый простейший. Давай напусти. А размер у тебя какой? Сними. Это маленькая тебе, побольше вот это. Which one? What do you think? This one? Она тянет. Вот это получше. Тесно такая. Головой потряси. Нормально. А ты можешь интервью тип давать? Да, я тебя снимаю. Прикольно. Можно так смотреть туда-сюда. Ну да. Так не вызываем, я думаю, подозрения. У вас сумасшедших снимают друг друга. Ну да. Что-то уже меньше это не стало. Я вот думал, чтобы этим заниматься, все-таки мы должны быть немного сумасшедшими. Конечно, должны. Причем даже много, я думаю. То есть в драм-уме эти фотографии интересно смотреть людям в здравом уме и удивляться, как же они сделаны. Нет, но даже не пытаться их делать. Не так, я думаю, не надо делать. Просто... Эти фотографии, они, может быть, интересны даже только автору, понимаешь, но как бы должен быть какой-то смысл в них, который проступает сквозь автора в зрителя. Если автор сделал свое дело хорошо, то зритель это почувствует. Ты в самую эту лезешь, конечно. Да, он говорит, вот и fucking тут here. Ну, конечно, что ты делаешь? Я говорю, I'm турист. Какой ты к черту турист? Типа есть все. Надо. Ладно, все, поехали на Брайтон. Нет, давай еще так кружочек сделаем обратно. Сейчас пройдем. Не буди лихо, пока оно тихо. Да нормально, обратно путь пройдем. Ну, в принципе, у тебя есть еще одна камера. Ну да. Так что. А что он сказал-то? Надо разрешение спрашивать. Нет, ну ты их прям в лоб снимаешь, они, конечно, не довольны. Ну сам подумай. В Питере все время всех снимают в лоб. Но здесь люди специфические.
Мы пытаемся обмануть пространство. Да, но это не получается, потому что это реально очень сложно. Как будто мы снимаем друг друга. Хотя на самом деле полная херня. У нас такая фотодуэль. Ну да. Это я точка, точка, точка. Да, я вовсе не медведь. И как приятно, точки по небу летит. Как ты думаешь, пчелы думают, что я маленькая точка? Да, 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 типа того. Нет, они думают, что ты медведь, летящий на воздушном шаре. Даже у тебя киба. Ты медведь с кипой, летящий на воздушном шаре. Что у меня получается? Экспозиция вроде нормальная. Микроконтраст плохой, блин. Так, а что я туплю? А, я не могу поставить 70-300, потому что иначе у меня будет, этот самый, будет, не будет короткого угла. Вот и черный затесался. Вот его хорошо снимать. Вон тут как это, белая рыбка. Ну, это самое. Ты так на него обратил внимание, сейчас сразу напрягся. Тебя глаза не верят то, что видят. До сих пор. Верят, что просто они в каждой машине сидят, реально. Здесь хороший мамок, давай, я здесь. Кэнон, right? Кэнон, Кэнон. Здесь интересное место, и мы здесь про это рассказываем, про то, что здесь в России, там, где-то. И поэтому, как бы, если что такого не происходит, но если что не происходит, мы сразу делаем снимок, как бы, вот, фотографируем любую фирму, которая происходит в кадре. Вокруг нас находится вот самый такой центр. Да? Все, снято. $3,000. Where? On internet store. Internet? Is what? Expensive? It's a great camera. Not a, is it new? Not expensive. This camera is better. I see. It's more expensive. Quanto? It's about $5,000. $5,000? Yes. Okay, when I hit the lottery, I buy $15,000. This is normal space. Ah, this is also over here. Okay. Yeah, andiamo. Bye-bye. Okay, bye. Вот и поговорили. Ну да. Вот и продать тебе. Конкурс на лучшую светящуюся бороду объявляется открытым. Бля, бедные люди. Чё? Это музыка какая-то. А, это отсюда, я думал, праздник какой-то. Вот свадьбу вы заставите, да? Вот, круто. А так ты ее на улице не увидишь. Не. Не знаю, что у меня с экспозицией, конечно. Из блендер блок снимать. Давай вот здесь встанем, здесь хоть тень. Вот он, борода светящаяся, у него самое, наверное, второе место, но не первое. Первое у мужика того было. Да. Не туда повернулся он. Ты говоришь что-то, не стой. Я стою вот в фильме. Я-то тебя же снимаю, кино-то. А, ну да. Кино-то про тебя. Да, ну может туда нити стоит на перекрестке. Видишь, ну, да. Вечер, что не снимешь. У тебя, ты думаешь, количество в качество перейдет? Нет, конечно. Нет. Хоть будет приятно стирать дома. У меня это любимое развлечение. Сидеть вечером и стирать на компьютере. Я думаю, у тебя сейчас борется более этнографический интерес. Ты не видел раньше такого никогда? Наверное, а фотографического мало, конечно. Думаю, все такое. Они прям везде и вокруг. Да, везде и вокруг. Растерялся, что даже. Непривычки. Немножко есть. Но явно не в Питере, как ты вот ощущаешься. Не в Питере? Я когда-то их свадьбу снимал, было время. Это красиво было. У них очень веселые свадьбы, они очень любят веселиться. Да? Серьезно, вот начинается свадьба и 30 минут без остановки танцы. Круто. Они причем готовятся заранее, идут в школу на акробатику, и они такие полеты там показывают на полном серьезе. Ребята. У них свадьба раз в жизни, они не разводятся. Не разводятся вообще? Нет.
Все такие похожие? А мне кажется, разные. Вам похожие. Класс. Вот тебе даже больше, мне кажется, нравится тебе, чем на Таймс-сквере. Да. Я тебя тащил сюда не зря. Зря. Классно, реально. Вообще сил. Полнейший сил. Да вот кинофильм снимается, и мы здесь типа за самое такое. Я когда приехал, у меня такое же чувство было. Я попал первый раз. Да, кино снимается. Вот твой идет объект сзади. Сейчас выходит из машины, он сзади тебя. Вот этот пройдет быстрее под твою эту. Видишь? Он тебе как раз играет. No, me. Yes, I'm Jewish. I know, but have you been to Israel? No, never, never been to Israel. Все, интерес пропал. I mean, why not? Почему не был ты в Израиле? Объясни. Быстро объясни товарищу, почему ты не был в Израиле. Из Москвы? Из Москвы ты? What city? From Russia. What city? In Moscow. What city? Moscow. Moscow. Moscow? Yeah. Tell me, this is Lubavitcher, your rabbi. He went to the University of Berlin, and he went to the Sorbonne. I'd like to leave this with you. What's you guys are Jewish? No, me Jewish only. He's not Jewish. Okay, anyways, you've been to France? Has he been to France? He don't understand English. Tell him over that this man spoke Russian and French. I know this man. He's a good looking one. Make sure he does good things with his good looks. Okay. Нет, он пропагандирует правильные вещи. Come on, talk to me! Bags for $10? Или что он кричит? Нет, как он пропагандирует, это их святой, вот это, и чтобы ты, ну, подумал, для чего ты на свете родился. Особенно приятно, что они не склонны избивать прохожих по доллару. У тебя только один критерий. А? Критерий один. Ну да. Побьют тебя через 5 минут или через 10. Да, большая разница. Успеешь это? Слушай, а какая у них рождаемость хорошая, да? А они не делают абортов. Вообще не делают? Нет. Классно. Давайте стоим еще. Слушай, и свет, главное, хороший, все, слушай, ну столько с коляской, столько много вообще. Ты все мне говорил, что где, тут мало. Мы реально потратили время, мы я реально... Думал, свои слова обратно, громко а только. Оказывается, много хорошо. Ты не веришь, почему ты вообще не сидишь и... Да, я был неправ, беру свои слова назад. Хоть в камеру, Эмир хоть Кулиев, без... очень классный человек. Ладно, это не обязательно говорить. Просто ты сам притягиваешь это все. Я, видишь, ничего не притягивал, оно само появилось. Ушло, появилось. Надо по этой улице подальше походить. Вот я тебя сюда и вел. Я помню эту улицу, я был тут. Ты видел? Давно, улицу, да, давно. Слушай, ну это гораздо круче, чем Бруклин. Это Бруклин и есть, это часть Бруклина. Просто район, несколько улиц. Уберу я эту штуку скоро. Дай хоть снять, что мы вот в этом районе. Может, хоть видно было. Парк снять какой-нибудь. До центра парк тоже дойдем. Давай заканчивай, пожалуйста, а? Или я сейчас начну реально нервничать. Ну, блин, это глупо, просто смотрится. Да я за тебя иду уже. Ну скажи, куда мне встать? Не надо писать. Вот тебе свадьба. Ты говоришь, где свадьба? Где свадьба? Вот свадьба. Thank you.
Они прям тебе, ты руку вытащи, они тебе клюнут. Мне проще, у меня мой объект съемки. Нет, у него хороший. Она просто красивая. Вот тебе идет персонаж. Вот он Нью-Йорк, настоящий Нью-Йорк. Докурил, докурил. Видишь? Очень контрастный товарищ. Мне бы сейчас камеру, я бы снял. Оп. С дымом, с дымом. Вот дым, 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 дым. Там более, наверное, удивленные туристы на Таймс-сквере. Более, да? Более в шоком состоянии они. Здесь еще, ну, так. Ну, показать хотел тебе. Ну, все равно оно вот на картинку посмотри по насыщенности. Стоит того. Провалы сплошные. Пересветы, провалы, провалы, пересветы. Я тебе про вообще, вот образ, глаза твои, что видят? Безумие. 22 век. Я не хотел бы, чтобы 22 век был таким. Это сумасшествие. Глаз взрывается. Ну, можешь ты переварить хоть 1%? Ты скачешь вот так, 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 так. Намного приятнее старый добрый Питер, где вообще все темные уголки или подсвеченные. А у вас, мне кажется, тоже все рекламы зависели. NUPD. Нью-Йорк Полисмен Департмент, правильно? Да. Тебе повезло, погода хорошая, лето прям, просто невероятно. Такое редко бывает, да? Да, вот прямо ни дождя, ничего. Пор сидит, ждет. Хорошая тоже, хорошая картинка. Как все, непонятно. Я встану, ты как будто позируй тебе. Тогда они кучкой более сюрно смотрятся, и вокруг них люди. Ну да, но... Что-то типа того. Вот, понимаешь, у меня есть опыт, например, когда я снимал, человек наряженный полгода ходил на марш не согласен. Но. В какой-то момент его схватили ОМОНовцы и потащили. А? Ну это и вот это реально, да. Понимаешь? Ну здесь такого не будет, здесь нет насилия, то есть ты не можешь использовать метод насилия, понимаешь? Да. То есть тут только вот позитив идет такой. Даже вот Фредди Крюгером, даже с ним. Да. Даже он не страшный. А здесь другой флаг, без машин. Да. Та сторона. Обратная сторона Америки. Ничего не отражается. Вон еще где свет, вон, на белом. Там? Но там тоже специфика полосатость. Может это использовать. Линейность. А здесь пятнистость, вот здесь. Вот смотри, дед как освещается, вообще дико. Но он не постоянно, то есть дождаться. Опа. Я сейчас про флаг сам поговорю. Ну они да, те... Это слишком просто подойти, внизи там ширик поставить, все. Не вот этих интересов. Тепло так, слушай, прямо греться можно зимой. Ну, перепад яркости вообще слишком.
Здесь хорошо интервью брать, как в студии свет такой. Мне бы лучше ширик, а ширика нет. Ну ладно. Ремингу не их мой друг. Я уважаю. Это приступы. Я тебе не забираю, я тебе наоборот хочу дать что-то. Ты как не врубаешься? Ну. Да ладно, ерунда, это все, мелочи. Могу молчать, но будет скучно. Ну да. Ричивай! Но тенгу! Ричивай, плиз! И просто я снимать хотел, ну, вот последние минуты мы с тобой. Ну, как сказать? Все. Ну, вот. Ты так ругаешься, ты думаешь, так долго будет продолжаться. Ты будешь еще мечтать, чтобы я тебе что-то там стоял и гундел по духам. Кстати, да, на самом деле, я что-то сейчас подумал, что я скучать реально. Из Макдональда даже они видны будут. Да, да, да. Ну, кстати, из Макдональда выйти, а там... Они как раз напротив стоят. Там не будет эффекта присутствия, там не будет ширика. Ну да, не будет. Я хочу ширика. Да. У нас осталось... Совсем мало времени. У нас осталось минуты буквально. Хорошо было провести эти пару дней вместе вообще, это реально сказка. Кому сказка, а кому тяжкое испытание. Да, по-любому спасибо. Очень хороший за то, что он выдержал. Я прям какой-то благотворительный видео снимаю. За то, что он выдержал эти два дня со мной. Мин, брат, спасибо тебе большое. Да, душевно они сидят, они еще разных рас, как бы таких. То есть они срез Нью-Йорка показывают приблизительно. Иди снимай сюда. Вот где кадры. Ты ходишь, самое главное не видишь. А ты говоришь. Кошки деньги как считают. Вот где сюры. Ну так. Бред, конечно. А тут все бред-то, конечно, бред. How much? 20? 20 is 40. 40. Здесь люди на тебя не смотрят, они смотрят куда-то. Так что их можно снимать хоть как. Видишь, у них рассеянное зрение. Видно Нью-Йорк? Ну, вот Нью-Йорк, это же Нью-Йорк, смотри. Где? Скажи, где Нью-Йорк, дай посмотреть. Я не вижу Нью-Йорка. Замышленно есть Нью-Йорк, он идет на Нью-Йорк. Это прикольно, когда я за тобой все иду. Да. Так вообще, знаешь, получается полное сзади, что ты разрезаешь толпу, как ледокол. То есть как получается фотографии? Человек стоит посередине, ну люди хоть пусть попробуют. Ну клоунада, но пусть попробуют. Ты идешь по центру толпы, разрезаешь ее как ледокол. Люди смотрят по сторонам.
Ты снимаешь людей. А дальше что находится? А мы попадаем... Вот он утюг, вот он. Ты видишь? Вот утюг, вот. Ведь классное место. Ну так. Некоторым нравится. Мне очень нравится. Вот эта улица всем нравится. Это улица Бродвей называется. Как много слов английских выучил за эту поездку? Yeah. Давай продемонстрируй. Сколько? 5-6? Check it out? Come on? Еще что? Yeah. Я хорошо у тебя получается. Это Empire State Building. Мантра хорошая тоже. А помогает. $10 сумка, говорит. А. Помогает продавать. Я вот думаю, ты в Нью-Йорке пытаешься что-то вот найти такое вот расслаивающее общество, как в России, не можешь. Вот. Ну, нет, я абсолютно. Какое-то такое. Я абсолютно не прав. Я абсолютно далек от этих шаблонов. Мне это как раз не интересно. Мне интересно попробовать почувствовать какой-то местный драйв, местной жизни. Я абсолютно далек от этих шаблонов. То есть мне важно просто почувствовать свои ощущения от этого места. Я вовсе не пытаюсь найти что-нибудь питерское здесь. Ну, по крайней мере, сознательно. Наоборот, гораздо интереснее быть открытым, посмотреть и не загораживаться какими-то вот стереотипами. Понятное дело, что есть съемочные шаблоны, но стереотипы, они все равно, надо от них стараться любыми путями уходить. Поэтому я, например, не снимаю кадры, которые могли бы показаться вот интересны или выигрыши с точки зрения фотографии. Ну, вот такие, да, которые мы на столе видели. Да. Но они предсказуемые, поэтому для меня неинтересны. Это уже надоедает там сотый раз исполнять одну и ту же мелодию там, в разных аранжировках. Ты смотришь, хоть что-то там есть? Или ты стираешь сразу? Я все стираю. Нет, хорошие кадры, когда ты видишь, что вот оно, ты их всегда чувствуешь, а поскольку я их не чувствовал даже в момент съемки, так их и не могло быть никак. Раньше каким-то чудом. У меня тоже такое есть чувство, что даже не обязательно смотреть, я вижу вот передо мной. Да. Так, если... криво, я снимаю его не криво, не важно. Сам главный момент этот, я вижу глазами, и я камеру поднес. Да. И, то есть, успокоение какое-то такое наступает, что вот все-таки я поймал. Ну, ты снимаешь, что просто вот у меня есть так называемый мусорный альбом, допустим, и весь ход мусора вот такой накапливается. Тренировочный, это как тренировочное упражнение, ты просто разгреваешь камеру, пытаешься как-то включить мозг, там, не знаю, ну... Саша, у тебя какая-то нездоровая реакция на невесту. Я не видел здесь никогда невесту. Здесь невеста ходит когда-нибудь? Я ни разу не видел. Ходит когда-нибудь? Ну, идем вместе уже, ладно. Пойдем. Будем свадьбу снимать. Да. Ничего? Ты тайские свадьбы не снимал? Слушай, а в Таймс-сквере завтра будет? Ой, в этом, где? Централ Парк. Будет. На платье не наступи ты. Она их... У тебя прям такая заправская свадебного фотографа хватка на невесту, как у
Прям ты так хорошо встал, нужно это. Ну да, прям так раз, раз. Невесту видел, побежал. А невесту на ладошке ты снимал? Я снимал. И как? Без модификации, прямо вот ладошка и невеста. Вот так. Не, по-разному. А давай я тебя сниму на ладошке. Они как-то вяло очень. Вяло. Что-то они... Ты не видел, как я невесту снимаю. Я такие безумства вообще делаю. Полицейским на машину положил, чтобы жених в порыве страсти начал бы прямо там это самое. Там, я думаю, будет еще. И фотограф хороший, контекст, смехом. Контекста нет, я был контекст. Ну, тут люди сниматься приходят. Какой контекст? Тут вот... Ёханый бабай, еще одну жизнь спас. Неужели ничего не произойдет? Так, они далеко, если мы не близко пойдем, далековато. Тебе как-то эти герои не вызывают энтузиазма? Ну, ты вот к заднице голый приклеился. Нет, это прикольно, реально. И вот эти часы. И из-за этого Star Wars тут вам. Волосатый, хороший тоже. Пойдем с вами посмотрим. Идем. Я тут 100 лет не был. Я так же чувствую, как и ты. Да. Ты можешь долго так стоять? Я сейчас не к тому, чтобы уйти, просто спрашиваю, вот, если чувствуешь. Нет, не особо, в принципе. Нет, я спросил, просто вот у тебя как бывает? Минута или 10? Или... Наверное, бывает и полчаса, и час. Вот час можешь стоять, просто стоять и ждать, пока он зевнет. Вот полчаса, час можешь стоять. Я это людям пытаюсь отведать. То есть каждый... Прикольный же перец. Да. Каждый ли готов час в жизни отдать, чтобы вот, ну, что-то поймать? Нет, это ответ, откуда берутся фотографии. Вот где картина. Все, сзади все перебивает, фигня. Ну, хорошая картинка была. Такая. Стоковая прямо вот. Да не, ну блин, мне ее не снять. Ну никак, там сзади вот. Ну глаза видят ее. Глаза видят, но снять не видно. На Prime можно было бы снять, на какой-нибудь там 35-50, отделить зад. Ну да, если бы размыть, да. А то есть ты их вообще не используешь? Ну вот даже с собой нету, там какой-нибудь там полтинник, легкий он, 1,8 там, ну вот совсем он, пластик кусок. Не, не сейчас вообще, никогда? Здесь самое то место снимать, самое какое есть. Хаос этой страны. Здесь он представлен в полной мере. У нас на вокзале, где сразу подошел К-образные охранники. И сказали, мужчины, камеру убираем. Да? Да. Что не ясно, убираем камеру. Серьезно? Да, сразу весело. Да здесь все с камерами, ну что? Сюда туристы ходят тоже. Вот, видишь, на потолок. Правда, совсем. Видно? Звезды вон наверху. Ну да, красиво. Там зодиаки, эти знаки зодиака. И чисто так опять. И тут свадьбу снимают тоже. Никаких... Вон там все время съемки какие-то. Никаких бомжей, так жить. Ну какие бомжи, ну что ты? Тебя как-то все не покидает это. Где бомжи? Нет бомжей. Где таджики? Нет таджиков. Ментов. Нет. Да. Почему нас уже 5 минут никто не арестовывает? Нет. Почему никто деньги не утащил? Почему камеры не срезали? Здесь прям смотри то, что происходит. Здесь камеры они стоят. Да. Нравится? А? Нравится? Ну понятно, что просто прикалываются они. А? Просто прикалываются. Просто прикалываются? Да.
Ты хочешь уехать отсюда скорее? Не-не-не, я такого... беру свои слова назад, я это не говорю. С такого странного места. Странный, но он позитивный. Позитивный. Да, даже как-то на душе просто стал. Может, перестанешь снимать, ты там приедешь. По-другому на мир взгляни. Ну, тебя там сразу в аэропорту обработают. Ты как приедешь, там обматерять тебе сразу родина, скажешь. Все. Так. Может быть, ты себе хотел снимать жесткач? Я бы сейчас сел бы и снимал бы размазанных прохожих на него ведущих. А его бы пробовал план. Я не хочу это снимать, принципиально. А чего это? Ты какая мозг укусил? Я? Мне не нравится снимать радость, жесть. Мне только в Питере хватает. То есть сюда ты на вакейшн такой приехал, хочу поснимать? Да. Красивую мечту в город. Вот, вон, вон, как стоит, как статуя, смотри. Она похожа, давайте, хорошо. Ну подожди, пройдет. Ушел, ушел, ушел. У меня глаза видят, я вот себя на этом ловлю. Я ходил, глаза видят. Глаза видят, не успеваю. Понятно. Когда подойду снимать, уже не будет. Как же к себе на самом деле штуки. Может, мне видео включить и так ходить, потому что тебя снимать, а тут поглубит. Я не с точки зрения, как проматано снимать. Ага. Ну, больше нету другого способа. Ну, как это сделать? Тут тихо, я снимаю, потому что голос еще слышен. Я пытаюсь наше видео объяснить то, что ты снимаешь, чтобы люди поняли хотя бы наши истоки и причины. Ну да. Потому что ты, ну, сразу говоришь, повторить нельзя, научиться нельзя. Но можно подглядеть и посмотреть, как человек это делает так. Хотя бы что он пытался снять, хотя бы. А вон там еще какая-то движуха. Что это такое? Не знаю. Давай, 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 давай. Снять можно что-то. Собаки вот красивые идут по центру. Да у меня автофокус промахивается, у меня говно автофокус вообще. Не знаю, я попробую. Не знаю, как его настроить. Алексей, ну да, надо было, чтобы Life Continuous ставил. Ты с камерой разговариваешь, прикольно. Да я бью иногда. Слушается потом? Нет, все равно плохо идет. Я скоро от нее избавлюсь. А тебе вот дали этот никон, я не понял, редакционный, это что означает? Ну, означает, что пока я в Коммерсанте... Ты переходи, там чистый, зеленый у них, быстрее. Как чисто в Коммерсанте, можно им пользоваться. А если сломаешь-то? Новый дадут. В смысле? Ну, ты, то есть, можешь что угодно с этим делать? Даже если мне его украдут, мне новый дадут. И все, из тебя, как говорится, гладкий взятки. Взятки гладкие, да. Камера, все равно. Вот эти хорошие. Белый у нас, идем. Ушел я. Видишь? Вот так на тебя смотрит еще, главное. 99 бесконечных степени идет в брак. Нет, это понятно. Я, судя по блоку, понял, у тебя какая-то установка в день по кадру или там два дня по кадру минимум. То есть ни дня без кадра. Нет, очень редко я снимаю на самом деле. Гораздо реже, чем ты можешь подумать. Просто как бы, ну, иногда бывает снимешь, несколько, если ты их просто ни в один день не выставляешь. И в основном тебе не количество, а вот один-два и на этом останавливаешься. Я выставляю те, которые мне вот саму, как просто как автор, может быть, сколько им там интересно. А если они мне нисколько не интересны... Он душевно сидит, да, с сигаретой. Контекст не особо. Контекста нет, тут вообще тут все вылизано. Юнисекс, юнисекс, видишь, да. Вот тут все такое. Мне интересует больше говорящий контекст, который, можно сказать, гораздо больше, чем собственно сказал. Нацело. Собака, статуя, только у нее лампа какая-то внутри. Да. Абсурд такой, капец. Да, здесь кто не пойдет? Да, она кто-то снимает, видишь, там. Да. А здесь все, здесь, смотри, тень.
Здесь же высокие дома. И в промежутках, когда утром... В промежутках это настолько редко бывает, еще не каждый день, даже не каждую неделю. Солнце? Да, вот чтобы... В основном погода вот как сейчас. А, вот такая вечерняя да. Понятно. Да, жалко. А в основном как сейчас, да? Да, вот это, естественно, погода Манхэттена. Вчера использовали, конечно, день. Ой, какие тетки идут. Напротив этих как раз хорошо. Да, вот тут контраст. Еще они отражаются в машине. Ну да. Нет, в машине плохо отражается. Здесь хорошо было бы, если бы этой машины не было, с той стороны снимать. Да, так они не получится, не очень красиво будет. Вот так они когда смотрят туда. Ну да, когда смотрели. Да тут постой еще 5 минут, снимешь. Да, да. А тут даже не надо думать. Тем, кому это интересна тема, они сами посмотрят. Тебе даже тебе не делать-то ничего не надо. Ну, природа за тебя все сделает. И тут еще такое хитрое, что и раздетый, и одетый, и с головой без. То есть смысл двойной такой может быть. Не, а так отсвечивает лишнее зря. И ребенок красный, очень хорошо, точка такая на фоне этих теток. Ну это не Нью-Йорк, понимаешь? Calvin Klein. Четкие голые. Ну, часто сместилось понятия такие. Это ну, только это, знаешь, там скверы или прочие. Настолько банальный прием, когда вот снимает. Вот отсюда прием. Дырку, она смотрит хорошо, посмотри. Да, да, да. Снимает такое, вот, да. И еще сюда голову сунуть, голову сунуть. Ты прям, ты так сфокусироваться даже не сможешь, там расстояние 5 сантиметров. Он сфокусировался, он. Я не вижу. Не видно. Не, вот эта тетка, вот посмотри. А, ну да. Да, я сниму, стой. Просто такая пьянка. И там внутри кто-то двигается даже. Ко мне один раз вышла, сказала, что вы снимаете нашу витрину. Да, ко мне тоже выходили, на несколько. А я говорю, такая красивая витрина, хочу всем показать. Да. Я говорю, не, я-то начал что-то говорить, а что нельзя снимать город, общественное место? Он говорит, да нет, можно, просто будут неприятности, какие неприятности, я говорю, все разрешено. Он говорит, да это никаких, собственно, ты просто ты несколько раз упадешь случайно, и твоя камера тебе на башку упадет, случайно, несколько раз. Это Москва, Питер? Питер. Ну, блин, жалко, он поздно идет. Тихо, все заняли исходные позиции. Да нет, он поздно идет, просто, вот тетенька вышла. Да, ну это все банально. Тут нет неожиданности. Пойдем. Ну мне хочется тебе, мне кажется, а ты не видел. Реально, я не вижу, блин. Я тебе первый раз вообще. Я вчера родился, что ли, да? Что так хоть я снял теперь? Рассержен, да? Да, да, да. Да, 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 да. Ну что мне делать, а как? А как? Чтобы немножечко, да, разнообразить, ходить, как картинку, да. Может, блин. Меня видео больше что-то тянет в последнее время, чем фото. Там звук есть же еще и движение. А мы-то замороженные картинки выдаем. Да, очень да. Йохан и Бабай, ты тут прям в арсенале. Это не мое, если даже меня отнимут, разобьют, мне ничего не будет за это. Скажи, как устроиться? Так же, как так устроиться в жизни? Коммерсант? Нет, да не важно, коммерсант это или что, чтобы терять камеры и ничего за это не было. И не переживать. Слушай, ну все равно чем приходится жертвовать, ничего идет. Просто не люблю ходить на вечную, потому что сразу заметно, как бы всем становится, что ты ходишь на вечную. У меня сейчас вчера сегодня 6400 стоит, почему так? Ну, 1000 поставить вполне достаточно. Такая видавшие виды штука, слушай, железка. Ей столько работали. Отбивались и тоже? Ни одна морда разбита? Ну вот и не да. Вот прям вот это обчёто лицо протёрлось. Вот это про что я тебе рассказывал на Канарских островах, когда чувак мне начал выворачивать. Вот так вот, короче. А потом вот, я не понимаю, ну у него кровь там перелом или что? Нос сломался сразу. И дальше что? Дальше полицию он зовёт. Полиция, да, прибежали, я говорю, он на меня нападал, душил меня. Они туристы, они не знаю, крейзи какой-то, блядь. Well, he's very lucky. Это полиция, что-то была бразилейру. Не? Нахаш. Прости. Beautiful. Yes, beautiful. Thank you. He lives here in New York? Yeah. You have to take him out every day, no? Oh, yeah.
Хорошо, что они создают толпу. Вот, если бы они создавали толпу, вы все действуете. Потому что неразбериха это самое наше что. Да? Пахнет мылом прямо жутко или чем-то таким, знаешь, вот. Чего коллеги не спрашивают? Can I sit? Tubby, sit. Yeah, I told you, it's your dog. Oh, he's a magician. It's funny how the characteristics are so different between dogs. О, ноги вернулись. Да, ноги вернулись. Так что мы сюда не зря перешли. Я знаю, день другой объект. Тебе второй шанс Бог дал. То есть ты не зря попросил. Да это я просто время тут не пытался. Без смысла. Я чувствую себя идиотом. У тебя же две камеры, я только сейчас понял. Я думал, у меня... То есть ты ходишь вот на все эти сборы, вот демонстрации с двумя камерами? Ну нет, как правило, одна. Просто я запасливый нерв взял, потому что думал, одну разобьют, так и вторая останется. А если мне разобьют вторую камеру, я буду пользоваться телефоном. Телефоном? Да. Каким? Ну, у меня телефон с камерой. Инстаграмки буду делать. На айфон, что ли? Ну, не айфон, у меня Sony, но не хрен. Нет, что-то не хватает. Красный. Время ходит. Красный повозки не хватает. Ну, может, не будем ждать, наверное. Я не похож на гипп. Можно еще с той стороны снять. Кстати, да, как вариант. Я такой, как ангел-хранитель, за спиной летаю и что-то шепчу в уши. Так и здесь хорошо, и здесь. Реально ангел-хранитель. Меня классы так закалили. Вот ты приходишь на класс? Она опять встала, опять ушла. Приходишь на класс? Что-то людям говорить, что-то умное. Говоришь. Спасибо. Да. А потом человек просто становится не там, где ты объяснял, и снимает самую лучшую фотографию за день. Да, так и бывает. И ты понимаешь, насколько ты мало видишь и понимаешь в этой жизни. И я каждый раз перед тем, как кнопку нажать, пытаюсь представить 3D. Смотри, чувак, в витрине класса стоит. Ага. А тут разгружается. Блин, надо мне денег все-таки надеть, блин. Я хотел себе взять, у меня 28-300 с собой висит, но на 300 мы вылет, и поэтому... У тебя 200 хватит, слушай, ну что-то. Нет, имеется в виду, что 28-300 удобно. Чтобы не менять их туда-сюда? Не менять туда-сюда. Так у тебя две камеры, слушай, что ты крутишь туда-сюда? Ну я бешеный, как бы, мне очень приятно ходить. Сейчас буду ходить не обещанно. Да ты с одной ходи и не думай. Что снимешь, то снимешь. Чувак уже, конечно, ушел. Ну пойдем. Ты какими-то кругами ходишь, это надо сразу. Пришел, увидел, снял. Ну, значит, я не умею сразу. Если я сразу не снимаю, значит, там нету кадров. Или я просто лох. Ладно, ну что ты. Каждый по-своему видит. Я бы сказал, каждому интересно какое-то выражение лица и момент. Вот мне, когда она нагнулась, а тебе, когда она встает. Может быть. И все. И ничего не сделать. А снимем мы оба одно и то же, но ты выберешь одно, а я другое. И вот в этом наше глобальное отличие, и ничего не сделать. В этом весь кайф, что все люди по-разному видят, все разные. Да ладно, ты что ты же снимаешь там, хоть один из сотни, более-менее, что-то там должно быть. Я на этом видишь что-то? Точно могу сказать, что пока все, что снято здесь, абсолютный мусор. Вот тут красиво, смотри. Да, только никто не сидит. Хотя красиво, конечно. Я люблю использовать вещи с мусорки для съемки свадеб, знаешь, вот там бывают кресла, стулья. Я беру, ставлю в середине дороги и снимаю. Да, и реакция прохожих. Да, 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 все сразу вместе, паровозом за собой тянет. Угу. Вот тебе граффити. Такое вялое, ну так ничего, угу. Цветастое. Сюда мы идем. Красиво.
До сих пор я был скромным. Теперь можно эту функцию отключить. И что сейчас делать? Терафировать в более жестком стиле. Это как? Ну, более... Заберут в участок сразу или еще подергаемся? В жестком это как? Как везет. Ну, то есть я, знаешь, когда обычно вот так я церемоничаю, там делаю, видишь, другое снимаю. А более жестко, ты, наверное, сейчас увидишь. Вот этот официант, он каждого человека встречает и провожает. И он заигрывает с ним. Вот поверни голову и смотри, смотри, смотри. У тебя живой человек, который создает ситуации. Человек, который создает ситуации. Ну иди сядь на мое место. Иди сядь. Это ради интереса. А что нам там воды принес для его? А вода бесплатно. Так, друзья, вы не садитесь, фотографы не годятся. Ну да. Так мы сидели, так посидим теперь. Зато все теперь знают, что я действительно снимаю говнофото, и все, что вы думали раньше, это полное чувство. Нет никакого мастерства, нет никакого мнения. А хоть что есть-то? Ничего нет. Фикция. Удача какая-то. Слушай. Ну, как получается фотографии? Да не вот. Получается, стараюсь поделать. Ну, не, я не про сегодняшний день. Вообще. Глобально. Вот про тебя и глобально. Очень удачи. Не получается фотографии. Фотографии не получается. Не получается. Вот перед нами сидит Лин Кулиев. Он хороший свадебный фотограф. Господи, боже что мой. Перепутал функции. Известный, кстати, Нью-Йорк человек. У меня цель снять кино, чтобы зритель понял хотя бы приблизительно, что ты за человек, с чем тебя едят. Это будет разоблачение. Мифа? Какого? Развенчание. Не, я нету цели это сделать, знаешь, чтобы был какой-то хороший, причесанный там товарищ такой, и я что-то снял такое, и все сразу, ой, а он же писи, там, штаны снимает. Фильм назови. Не, нет, знаешь, я как? Так не... Название будет такое, когда умирают легенды. Ну, ты не сделал ничего такого противоречивого образу, почему? В моем понимании, по крайней мере. Хожу, тут я ничего не снимаю. У тебя Америка с чем ассоциировалась, интересно? Вот тебе все не то, а вот что... Ну, какие кадры в голове были? Вот когда матрос наклоняет девушку в центре этого Манхэттена? Америка у меня ассоциировалась с Макусками, да, приближается. Ну, хоть скажи, что там изображено. Я тебя туда отведу, приблизительно. Ну, вот, например, не знаю... Вот самый эпицентр, где снимают обычно, вот, в Москве, например, Street Life, везде можно снимать, но на Тверской он по определению колоритнее, а здесь? Ну, колоритнее, что, чтобы попали. Скажи, ну, что на Тверской должно попасть? Невообразимая движуха. Вот я вчера был там на этом самом, на Манхэттене, на... Как это называется? Окей. Дождался я. Момент истины. Which one? It doesn't matter. Pick one. Oh, because I'll send it. She'll post it. Okay. Thank you. Thank you. Not that you needed to be a photographer to do that, but I thought maybe you would. Okay. Yes. Hi. Сотковый? Да. Бесплатно. У тебя мнение о свадебном фотографе, он не нажимает кнопку бесплатно, да? Ну, ладно, еще один миф развеньте. Я помню, когда занимался свадьбой, такой слоган, короче, как тебе придуманный на визитке. Мастер света, мастер темноты. Я сделаю за деньги все, о чем мечтаешь ты. Ну, это наше чувство юмора у людей должно соответствующее быть. Да. Хорошо, если ты на них попадешь. Да. Клиент всегда платит за то, чтобы было хорошо, камера на форме, тут надо хорошо что-то. Ты надо же запомнил. Так просто такие прикольно, слова не за. А было время, я торговал в электричку. Если бы тебе чем-то это не задело песню, ты бы ее не запомнил, слова так все. Да. И ты снимал свадьбу вот 7 лет? Ну.
Вот прямо свадьба, 7 лет и работа, это основные деньги были. Вот это я как не укладывается в голове. Черт возьми, я артист, не надо хмурить брови. Люди хотят грязи, люди хотят крови. Было бы круто, если бы кто-то застрелился. Все, пошел работать, что-то я разговаривался. Да. Это прям такие перформанс такие интересные. Ты пытаешься снять какое-то безумие этой жизни, какой-то абстрактный момент такой. Не, мне нужно, грубо говоря, что-нибудь, что меня удивляло, поскольку меня почти ничего не удивляет. Минимум 25 лет. А, окей. Wait. Can you... Что-нибудь должно произойти такое, ну, совершенно неожиданное. Обычные вещи стандартные какие-то, ну, более-менее спокойные, предсказуемые, меня не интересуют. Вот мужик ест банан, очень прикольно, вот прямо напротив тебя. Если мимо него кто-то пройдет... Вот смотри, видишь? Если кто-то мимо пройдет, делающий параллельную вещь какую-то. Мне больше нравилось, например, когда я снимал свадьбу, мы шли с женихом с невестой, и они вот такие радостно бежали. А рядом унылая женщина, грустно ел банан. Получился реальный сюжет. На контрасте. Давай. С этого места полностью становлюсь другим. Я прозрачный и воздушный. И мне абсолютно все равно, что вокруг. Ну ладно. В небесной канцелярии, чтобы услышали самую главную заявку. Да. Я даже по-другому себя почувствовал внутри. Сразу стало хорошо. Ошибка. А? Теперь может быть эффективнее. Ты хоть что хочешь снять, скажи. Пытаюсь разные варианты. Ну, приблизительно, чтобы хоть людей понять. Как-то вокруг силуэты ходят. Эту штуку обыграть как-то. Я саму по себе снимать, верно? Потому что она миллион раз снята. Не саму по себе, люди как бы идут. Голуби хотя бы летят элементарно. Что ты делал, если бы голубь меня это самое, блин? Ладно, выходи, я не красиво. Ладно. В таком месте что-то хочется важно спросить. Какую выдержку ставить при съемке на улице? Нет, еще даже важнее. Какую камеру купить, Nikon или Canon? Где жалеешь, что не купил такой опыт? Нет, еще даже важнее что-то. Ты, вот мне мучил вопрос, снял кого-то, когда экстремально что-то, и забыл сразу этих людей? В смысле? Расшифруй, пожалуйста. Ну, на них что-то изображено, там боль какая-то, люди нуждаются в помощи, никому не нужны. Почему? Такие моменты тяжело не забыть. Но я это и спрашиваю, вот ты как вот живешь с грузом вот с этим негатива, который накапливается каждый день? Ну, это производит, конечно, действия, но просто ты как-то стараешься это нейтрализовать чем-то другим. Ну чем? Пьешь ты? Свадьбу снимаешь? Ну чем? Нет, почему? Ну что-то надо противоположное какое-то иметь. Допустим, отдушный, я люблю просто бродить по Питеру, допустим, да, по своему. И там есть масса моментов, когда я, например, остаюсь там один день с этим пространством, я могу как-то прийти в себя там. То есть оно чистит, да? Ну, как-то? Да. Я просто себя не представляю. Вот. Ну, допустим, я тебе могу сказать, один из таких ключевых случаев там был в моей жизни. Как я эмпирически нашел этот способ, я как-то помню, залез на крышу, у меня было настроение не очень плохое. Очень плохое. И я просто вылез на крышу и стал смотреть закат. Вот. И сидел так, тупил, курица. Через некоторое время туда на крышу вылез из дымохода, из чердака кот и начал тоже рядом со мной сидеть смотреть. И вот мы сидели с ним, котом смотрели, а солнце спускалось. И вот был такой очень медитативный момент, он запомнился. А мы всегда склонны повторять то, что нам принесло какое-то удовольствие. Собственно, вот, например, один из вариантов такой у меня тоже стал быть. Ну, у тебя, понимаешь, это же каждый день. Вот ты как пчела летишь, собираешь весь вот человеческую боль какую-то.
Ну почему боль? Ну не боль, безумие, как бы сказать. Или какое-то, знаешь, несовершенство и... Да я бы не сказал, просто мне больше, кстати, кажется, что это не столько боли и несовершенство, как какой-то глобальный абсурд, который все выражено. Ну, даже абсурд, но, знаешь, со знаком минус, скорее человеку, который все время вот видит его. Может, я уж такой нежный, знаешь, свадьбы снимающий, но в другом измерении живу. Ну, это же вопрос, скорее таки, знаешь, философского восприятия жизни в целом. Ну, я это и спрашиваю. А что ты хочешь услышать? Какой это ответ? То есть... весь ответ он в фотографии. То есть ты продолжаешь просто это дальше плыть? Нет, берега не видно? Или ты утонешь, или дальше плыть? Просто это как бы в какой-то степени отражение жизни, в которой я живу, в которой погружен там. То есть вот моя жизнь протекает в этом пространстве, в это время, в окружении этих людей, значит, это осталось и на фотографиях, то есть как, грубо говоря, акынский такой метод, что вижу, что пою. У меня нет особых идей, кроме того, что ну, у каждого человека есть свое мировоззрение какое-то. Ну и то, что ты видишь или чувствуешь, оно так или иначе остается на снимку. То есть ты можешь не смочь сформулировать как-то это в плане какой-то стройной концепции, но ну, так или иначе проступает на твоей снимке. При том, что ты сам не знаешь, как это выразить, допустим, более, так сказать, ясно. Ты когда снимал вот свадьбу, вот сколько лет? 7 там, да? Или лет 7, 2000, да. По 2007. У тебя они были, они у вас в России не совпадают, да? Вот венчание с днем свадьбы. Нет, они иногда совпадают. В церкви попадал ты? Да, ну, вот много, раз, со я, много раз ничего не снимал, конечно. Просто такой удивительный, исключительный момент у тебя вот со свадеб, человек перешел в такое дело. Обычно, ну вот со свадеб в такую жесть как бы. Ну не жесть, но вот съемку вот такого, вот реализма. Не знаю даже, как ты сам как это называешь? Жесткач. Вот. Обычно люди с этого соскакивают в такое, да, что-то более мягкое, что-то на свадьбе. Ну, так, стабильно, деньги сидишь, там пузо растет, и как бы клиенты набираются. Меньше шансов вроде получить. Ну, да, а ты, тем более еще, ты идешь вверх, не вниз, то есть возраст у тебя увеличивается. Все физически это сложнее, ну, прыгать, скакать, бегать, отбиваться от кого-то там, ну, не знаю, просто. Ну, в принципе, да. Ну, в 20 лет можно, знаешь, и дать морду кому-то, и тебе дадут, и не спать там ночь не заметишь. В 30 уже так, знаешь. Ну, чуть, когда под 50 вообще реально. А когда под 50, ты думаешь пойти туда или туда, то есть распределяешь силы. Вот, сюда пойти или сюда, на больше не хватит тебе просто. У меня так, хотя мне еще только 41. Я уже ты вообще должен быть мега бодрый. Я должен. Да многие люди совершенно случайно в нашей профессии, те же, например, свадьбы снимают. Потому что это бабосы, а они умеют только несколько там дежурных вещей делать, как бы, и все. Это неинтересно. Должно удалось принести в первую очередь то, чем ты занимаешься.